Чтобы выйти из Tmux, сохранив при этом всю работу, наберите команду Ctrl-B D. D значит detach. Чтобы вернуться в Tmux, наберите команду Tmux attach, или сокращенно Tmux A. Если вы хотите посмотреть список всех запущенных Tmux, наберите команду Tmux list sessions. Но эта команда вам, скорее всего, не понадобится. Ну просто незачем запускать несколько Tmux на сервере, ведь в Tmux и так можно создать сколько угодно вкладок.